Не 80, а 4 по 20. Так каже про свой узрост юбіляр Тамара Канапльова. І сапраўды, яе енергічнасці могуць позаздросціць і маладыя. Павіншаваць заслужанага тренера Беларусі з днём нараджэння прыйшлі сябры, калегі і выхаванцы. Призер першинства СССР по легкой атлетике, майстер спорту Тамара Канапльова головных успехов добилась у тренерской працы. Больше чем за полвека она подрихтовала не одного чемпиона. Серед ее выхованок заслуженный майстер спорту, призерка двух олимпийских гульнев по семиборье Наталья Сазанович. Тамара Дмитриевна и зараз не кидает тренерскую справу. Она выховывает молодое поколение атлетов у Здюшар профсоюзной организации вагонобудовничего завода. Дарэчы, правильный выбор профессии лічыць галоўнай удачай своего жыцця. Я угадала с профессией, хотя у меня еще два образования, помимо этого, но я угадала с профессией. Вот говорят, что такое счастье? Вот счастье, наверное, то, когда человек... Мы всю жизнь работаем. Вот меня пытаются усиленно с работы передвинуть на диван, но нет, это не для меня. Вот. Поэтому я и учеников заражаю тем же оптимизмом, тем же стремлением чего-то добиться в жизни.